Выездное совещание начали с экскурсии по предприятию. В последние годы Горсвет активно развивается. Закупается новая техника и оборудование. По городу идет замена электроопор. Использованные реставрируются и уходят в аварийный резерв. Сами красим, сами вот эти трубогибы мы купили. Угу. Тут же варим, сами делаем. Ну, минимизировали затраты. У нас даже иногда почему-то дешевле, чем в России получается. Помимо этого, Горсвет следит за показаниями датчиков, которые установлены на коммунальных развязках. Все данные стекаются в диспетчерскую, которая была построена недавно. Если идет линия ниже графика, естественно, у нас уже идет предупреждение, что понижение температуры. Окрашивается цифра в синий цвет, в синий, потом голубой, если намного ниже. И мы уже видим сигнал и, естественно, реагируем. На предприятии установили новую технику, которая позволяет собирать, передавать и анализировать данные в реальном времени. Это дает возможность быстро реагировать и устранять аварийные ситуации в городе. У нас появилось совершенно новое направление. Сюда переехала диспетчерская наша система мониторинга параметров теплоснабжения. За счет того, что здесь есть круглосуточные диспетчера, и все работает надежно. И это позволяет нам более качественно отслеживать состояние наших инженерных коммуникаций. Депутаты обеспокоены тем, что в Улан-Удэ остро стоит вопрос подключения к сетям. На сегодня 2100 заявок ожидают своей очереди. Россети своими силами не справляются. Рассмотрели возможность взаимодействия с Горсветом. На совещании обсудили, как улучшить работу предприятия, какие ресурсы необходимы для его развития. Посещение предприятия для того, чтобы ознакомиться, для того, чтобы понять, какие есть проблемные вопросы, как предприятие развивается, может быть, где-то что-то необходимо усилить, улучшить. Это потребуется, может быть, бюджетное финансирование. Ну и в целом понимать, каким образом решаются вопросы наших граждан, наших жителей, в том числе по уличному освещению. Активное сотрудничество с предприятием позволит депутатам быстрее выполнять наказы избирателей. Степан Столбовский, Валентина Цибикова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.